пожалуйста, почему светлый изюм бывает разного цвета? Иногда темноватый, иногда прозрачный. От чего это зависит и какой лучше покупать? Какой лучше покупать? Вы спрашиваете у человека дефис праздника? Вы спрашиваете на полном серьезе? Выбирайте тот и другой. Берите разноцветный изюм, это же часть великолепия жизни, это же красиво. Атар, ну подожди, на самом деле вопрос очень интересный. Ведь изюм только называется светлым, а на самом деле он может быть разных оттенков. От светлого до золотистого, до темно-рыжего. Поэтому давай пригласим сюда нашу героиню. Ольга! Давайте посмотрим те марки изюма, которые мы сегодня анализируем, и проверим, какого он цвета. Действительно ли он светлый, золотистый, какой вам больше нравится. Так. Помогу вам. Спасибо. Раз. Так, чуть-чуть Анастасии Макеевой, кстати. На вид светлый изюм – это вот этой марки. Я просто не знаю, какой. То есть вам нравится изюм Golden? Это марка Golden? Да. Почему именно этот изюм? Чем он вам нравится? Мне кажется, что он прозрачный, в нем меньше концентратов каких-то. Он прозрачный и более натуральный, да? Более натуральный, да, мне кажется. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Спасибо, Ольга.